3 рубля – это много или мало? Очень мало, если вы пришли в магазин. И очень много, если вы включили округление, как еще сотни тысяч пользователей Яндекса. В этой серии «Як-2022» вы узнаете, как инженеры построили внутри Яндекса социальный стартап, который превращает небольшие суммы в большие дела. Мы встраиваем помощь в обычную экономическую активность. Каждый фонд внутри, этот, по сути, наш клиент, да, наш заказчик. Мы не говорим, как правильно заниматься благотворительностью. Мы говорим, что, смотрите, мы для вас построили ЖЭК. Например, один из графиков – это клюшка, вопрос наших подписчиков на округление в помощи рядом. Как достучаться до остальных 98% – это вопрос. Я в Яндексе 15 или 16, я уже не помню лет. И сейчас я занимаюсь проектом «Помощь рядом». Вообще я инженер. Был инженером, сейчас не знаю, как себя спозиционировать. Это внутренний социальный стартап. Мы, с одной стороны, даем возможность пользователям быстро и удобно войти в благотворительность, да, это благотворительность 3 клика. Мы даем фондам уверенность в том, что у них есть поддержка, что эти программы долгие, что они никуда не исчезнут. Мы встраиваем помощь в обычную экономическую активность. То есть, если ты едешь на такси, то ты можешь округлить чек своей поездки в большую сторону. Эти деньги пойдут на поездки для подопечных фондов, которым сложно ездить по городу на общественном транспорте. Если ты покупаешь бургер в еде, то тоже можно округлить чек, и эти деньги пойдут на закупку базовых товаров для благотворительных фондов на программу с кодовым названием «Фонды не должны фандрайзить на туалетную бумагу». Мне интересно попробовать сделать стартап внутри компании. Мне важно, чтобы у этого стартапа были цели, которые мне соответствуют. Мне важно менять мир. Ну, это эгоистическое хорошее желание. Мне кажется, что оно абсолютно нормально. И я вижу, ну, на самом деле, наверное, нишу, в которой мы можем это сделать. Это была незанятая ниша, не было поездок, не было такой программы закупки товаров. И как в любом стартапе, ты видишь незанятый кусок и такой: о, я сейчас пойду и сделаю там хорошо. Безусловно, на меня очень сильно повлиял мой опыт работы с благотворительностью, мой личный опыт онкологии, равного консультирования. Но это не так важно. Мне кажется, что самое важное – это вот, ну, яндексовое желание, увидел, что не очень хорошо сделано, пришел, починил, поменял. Например, один из графиков, который у нас очень подходит для стартаперских, так называемых, графиков, которые очень любят инвесторы, это клюшка, вопрос наших подписчиков на округление в помощи рядом. Есть некая цифра по рынку, на которую мы ориентируемся. Это 2% людей, которые системно помогают в благотворительности. И мы все думаем, что как только мы достигнем этой циферки, возможно, с графиками что-то произойдет. И мы так вот около нее так ходим, не дышим, ждем ее, смотрим на нее. Моя вообще мечта, когда я приходил в проект и до чего мы его начинали, это в том, что с помощью больших систем, больших платформ, которые интегрированы в твою вот повседневную экономическую активность, твою повседневность, можно этот барьер пробить. И я до сих пор так считаю, хотя это оказалось сложнее, чем я думал. Вот до 2% мы можем дать сервис, мы можем дать информацию, которая очень нужна, и люди с радостью подписываются. Как достучаться до остальных 98% – это вопрос. Когда мы смотрим на рынок благотворительности, когда мы разговариваем с людьми, мы понимаем, что есть какое-то определенное количество барьеров, почему люди не жертвуют деньги на благотворительность. Есть ощущение у людей, мы сталкивались с таким, что кажется, что вот пожертвование в несколько рублей – это мало. Ну, там, я не знаю, я съездил на такси, такси стоило 377 рублей, я округлил 3 рубля – но как бы как я помог? 3 рубля, это кажется, ну там, не знаю, в магазине ничего на 3 рубля не купишь. И как раз мы стараемся работать с этой проблемой, мы стараемся рассказать, что 3 рубля, которые регулярные 3 рубля,
который от многих людей 3 рубля. Это на самом деле уже не 3 рубля, а очень-очень много. Я накруглял на 1531 рубль. Мой вклад 5050 рублей. А, вот это я не поставил, галочку обязательно включу. Я когда-то где-то там поставила, по-моему, до 100 рублей округление. И мне кажется, это, кстати, правда, очень классная инициатива. Ваш вклад 17 881 рубль. Ты знаешь, нет, но, наверное, надо включить. А Рома Морисов сказал про 15 тысяч. 2735. За этот год 481 рубль уже округлено. Наверное, не так много, но как есть. После того, как была пандемия, и мы поняли, что нужно этим заниматься, была небольшая команда, которая получила благословение на то, чтобы попробовать сделать благотворительность, благотворительный стартап внутри Яндекс. Но ресурсов, как у любого стартапа, не было. Я работал в такси в Яндекс.Го и руководил IT-эксплуатацией Яндекс.Го. В какой-то момент ко мне пришли ребята, которые этим всем занимались, и предложили поучаствовать. Дальше мы начали собирать команду разработки. Команда разработки собиралась примерно следующая. Я подходил к разработчику и говорил: не хотел ли бы глубоко уважаемый Джин помочь и сделать такой прекрасный проект? Вместо этого я, не знаю, угощу его ужином. Я не помню, сколько денег я потратил на ужины для разработчиков, если честно. Вот. Но мы буквально за 2-2.5 месяца собрали вот эту вот концепцию округления, интегрировали его в первое приложение, это было тогда Яндекс.Го. И вот 2 года назад, на щедрый вторник, мы запустили округление. Сейчас округление запущено в 4 сервисах Яндекса. Это в такси, лавке, еде и в маркете. А теперь еще и каждая поездка на автомобиле может приносить пользу. К округлению присоединились Яндекс.Заправки. Мы собрали гигантскую, в моем понимании, сумму. Это 208 миллионов рублей. Все это собрано с округлений. Яндекс сам добавляет 9 миллионов каждый месяц. И получается, за все время сумма порядка 190 миллионов рублей. То есть сумма, которую вложил Яндекс. Как и многие наши сервисы, мы довольно часто проводим технические эксперименты. Мы любим двигать кнопки, перекрашивать кнопки, смотреть за пользовательской реакцией. С экспериментами с сутью сложнее. В чем, наверное, большая разница? В том, что мы для большого количества пользователей являемся лицом и входом в благотворительность. Поэтому очень много экспериментов вызывает очень много споров внутри. Потому что это не только то, как мы будем проверять свои гипотезы, а то, как пользователи воспримут и нас, и сектор целиком. Не навреди. Этот принцип Гиппократа подходит не только для медицины, но и для благотворительности. Есть хороший пример, это пример с номиналами. Например, округлить можно до определенных номиналов. До 10 рублей, до 50, до 100 рублей. Изначально так не было. Изначально был единый номинал, это 10 рублей. И в какой-то момент ко мне пришли ребята и спросили: давайте сделаем номиналы больше, потому что, ну, как бы, если пользователи хотят жертвовать больше, давайте дадим такую возможность. Я помню, что я был очень против этой идеи. Я считал, что округление – это как раз вот то, что все равны в своей помощи, что это не зависит от дохода пользователя, что это вот такая вот платформа, которая объединяет всех. И мне кажется, что вот на таком простом эксперименте мы сломали очень много копий. Меня в итоге переубедили попробовать действительно, что, ну, каждый может выбирать самостоятельно, я не должен выбирать за кого-то, как ему помогать, да, то есть иногда такое желание проскальзывает, выбирать за кого-то, это нужно давить в себе. И эксперимент, на удивление, ребята оказались правы, эксперимент удался, то есть очень много людей подписывается на 50 рублей, на 100 рублей. А для меня это на самом деле какой-то тоже урок, что нельзя ориентироваться только на свои ценности, на свой взгляд. Нужно давать возможность экспериментировать команде, нужно слышать аргументы. И для меня это было очень важно как для руководителя, да, в том, что, ну, как бы, мне на самом деле, ну, в какой-то момент стало нормально признавать в том, что я не прав. Мы точно знаем, скольким людям мы помогли в
поездках. Там более 12 тысяч на данный момент уже уникальных пассажиров, которые воспользовались помощью или продолжают ей пользоваться. При этом, как бы без иллюзий, по официальной статистике в стране 12 миллионов людей с инвалидностью. Потребность сильно больше. Фонды помогают примерно 1% людей, нуждающихся. Что тут важно понимать? Что основная задача некоммерческих организаций – это реагировать на сложные социальные вызовы и вопросы, то есть для которых чаще всего не работают какие-то универсальные решения. Соответственно, мы здесь помогаем через НКО. НКО становятся гарантами того, что человеку нужна помощь, и они распределяют эти поездки. Каждый фонд внутри – это, по сути, наш клиент, да, наш заказчик. Это, по сути, сервисы для некоммерческих организаций. Мы не говорим, как правильно заниматься благотворительностью. Мы говорим, что, смотрите, мы для вас построили ЖЭК. ЖЭК умеет, один, делать поездки для ваших подопечных. Второе, ЖЭК умеет давать вам деньги на то, чтобы вы покупали товары и помогать вам покупать базовые товары. Потому что, действительно, собрать деньги на реабилитацию, на какое-то технологическое лечение можно. Собрать деньги на доместос, туалетную бумагу, бинты очень сложно. Просто сложно объяснить пользователю. Когда такой источник финансирования появляется и говорит, что вот закупайте это, освобождайте свои средства и направляйте их на свои целевые программы, там, не знаю, обучайте людей, повышайте зарплаты, нанимайте новых, там, покупайте дорогую медицину, просто вот это вот освобождается какой-то кусок денег. В какой-то момент возник вопрос, как делать дальше, как делать честное распределение средств, которые собираются в наш фонд. Так родился конкурс. В 2022 году «Помощь рядом» провела конкурс на участие в программе «Товары для НКО» среди благотворительных фондов, которые отбирали независимые эксперты. На старте мы просто поругались в какой-то момент вдрызг про то, как это сделать правильно. Вообще нужен ли конкурс или не нужен конкурс? Может быть, нужно сделать просто FIFO, то есть first in, first out. То есть подаешь заявку, кто первый успел, если она проходит базовые критерии того и тапки. И мы спорили на количество организаций, которые подадут заявку на участие в нашем товарном конкурсе. Ну, вот тогда я и проспорил очередной ящик Просека. Спор был довольно простой. Спор был, будет 100 организаций в товарном конкурсе или не будет. Я спорил на то, что не будет. Мои коллеги говорили, будет больше. В итоге у нас получилось 120, по-моему, заявок. Вот я с огромным удовольствием проиграл этот ящик. И, если честно, собираюсь проиграть еще несколько, потому что я очень люблю, когда я ошибаюсь, когда я делаю консервативную оценку, но на самом деле результаты оказываются лучше. Держите в курсе ваших достижений. Чин-чин. Яндекс – значимая часть общества. Это влияние в том числе равно большой ответственности. И эта ответственность, она и перед обществом, в котором мы живем, и перед людьми, и перед экологией, и перед пользователями. То есть, имея такие ресурсы, не делать что-то для общества, для некоммерческих организаций, для благотворительного сектора, для людей, которые нуждаются или у которых есть особые потребности, это останавливает в том числе твой рост. Моя мечта, конечно, чтобы оно везде было, и, может быть, даже не только в приложениях Яндекса, чтобы в целом как бы крупные компании, крупный бизнес, X5, Сбер просто взяли эту идею и запустили ее у своих сервисов, потому что это круто, это понятно, это хороший источник денег в благотворительный сектор. И мы здесь готовы помогать всячески. У нас нет здесь тайного секрета округления, которым мы чахнем, как Кощей там, над сундуком. Системная благотворительность существует не только в Яндексе. Например, в каких-то банках можно сделать таким образом, что кэшбэк, который есть сейчас практически у всех банков, он будет отчисляться в пользу какого-то фонда, который симпатичен пользователю. И это ведь тоже системная благотворительность, потому что карточкой ты пользуешься каждый день, деньги переходят каждый день, кэшбэк приходит каждый месяц. То есть системная благотворительность, она как бы точечно рождается в разных местах,
И я надеюсь, что она скоро будет везде, в каждом продуктовом магазине можно будет отчислять копеечку, в каждом, не знаю, там, банке и так далее. То есть если придумать механизм, который будет простым, который будет легко интегрирован, который будет понятен пользователю, которым можно пользоваться тогда, когда ты совершаешь привычные тебе какие-то действия и поступки, мне кажется, что это полетит. Мне кажется, что краткосрочно моя цель – это все-таки 1 000 000 подписчиков. 1 000 000 – красивое, хорошее число. Я надеюсь, что мы его достигнем в течение там, полугода. А долгосрочно нам нужно найти ключик к следующим 2%. И мне кажется, что это челлендж не только для нас, а челлендж для всего благотворительного сектора, для всей корпоративной социальной ответственности, наверное. Нужно помочь начать и показать, зачем это нужно. Показать смыслы, которые стоят за тем, что помогать – это хорошо, помогать – это не стыдно. И еще главное, что рассказывать про то, что я помогаю – это не стыдно, и не нужно это прятать. Хороший вопрос. Зачем быть ответственным? Что будет, если ответственных людей не будет? Мир погрузится в какой-то хаос. Почему вы берете деньги с пользователей, хотя вы такая большая компания и можете докладывать деньги сами? Можно наполнить бассейн одним краном, а можно взять 100 кранов и наполнять бассейн намного быстрее. Очень хочется сделать помощь рядом из коробки, посмотреть, работает ли то, что мы сделали в России, в других странах, как это нужно адаптировать. Яндекс – это масштаб помощи, то есть работать на, как бы на уровне страны или там нескольких стран, для меня это драйвово. Я чувствую, что то, что я делаю, что-то меняет. Я вижу историю, которую я могу помочь построить и которая может жить уже независимо от того, есть я в проекте или нет. И я вижу историю, которая может повлиять на большое количество людей.